Ну, у нас всех сейчас привлекает одна новость. Полная неготовность власти с точки зрения борьбы с коронавирусом. Ну, потому что вот ты видел, какое количество скорых помощи стоит в очереди. Ну, люди же вышли на работу для того, чтобы работать, а не для того, чтобы стоять. Скорая помощь должна возить людей. Вот. А они выстроились в очередь и стоят для того, чтобы сдать кого-то, значит, в больницу. Во-первых, эти люди несчастные, которые попали, они думали, что им быстро помогут, это же скорая помощь. И потом 4, 5, 6 часов посидели в скорой помощи. Государство должно каким-то образом проводить разъяснительную работу, естественно. А второе, ну, вот сколько продлится вот этот коронавирус, то есть как это, карантин. Не карантин даже, а самоизоляция. Потому что если это карантин, то это одни условия. А если это самоизоляция, ну, это же самоизоляция. Да. Хорошо, не самоликвидация. На сегодняшний день мы выполняем все распоряжения, которые нам дает власть. Опять же, на территории совхоза, вот я сегодня ехал на техосмотр, значит, по служебной надобности, машин нет, людей очень мало. И те, кто идут, все в масках. Это приятно, что люди выполняют все предписания. По распоряжению Геннадия Ильича Зюганова, значит, один из сторонников, ну, один завод, который в Новгороде работает, вот, привез для распределения по Москве и Московской области гуманитарную помощь, так называемую. Это дезинфицирующие средства, правильно они называются так вот, гигиенические спреи для рук. Значит, как в емкостях, так и вот в таких вот спрее, то есть в таких вот баллончиках для медицинских целей, чтобы дезинфицировать операционные, там, ну, режимные вот эти кабинеты и, естественно, руки врачам, ну и всем. Порядка 10 тонн в канистрах и столько же вот в этих вот спреях. Этих арок. А эти, наверное, поставишь, я пару рядов скину, иначе потому что он хрен. Отправляем в Люберцы. Люберецкий городской округ, две наши больницы. Городские, первая, вторая. Что отправляем? Больницы. Отправляем дезинфицирующий раствор и спреи. Все для поработки, все помощь нашим медикам. Помогаем, чем можем. Спасибо Павлу Николаевичу Родинину за такую помощь. Отправляем дезинфицирующую жидкость в больницы городского округа Подольск, конкретно в Климовск, в первую. Центральную Климовскую больницу, да. Климская городская больница номер 2. Как там обстановка нуждается? У нас в Климовске находится инфекционное отделение для заболевших коронавирусом. На сегодняшний день там 8 человек находится. Поэтому это средство, конечно, нам очень необходимо. Такая помощь Коммунистической партии Российской Федерации в борьбе с коронавирусом. Да, ну, Максим очень активный человек, и я с ним разговаривал. Он говорит, я даже не знаю, где я эту заразу подхватил, потому что, ну, много по Москве ходил,
Вот. Хотя у него не коронавирус. У него на самом деле коронавирус не показал. А вот пневмония вирусная, она есть. И, во-первых, доверяем ли мы тем тестам, которые нам проводят? Сейчас же, по-моему, уже Минздрав сказал, что 30% тестов дают, ну, скажем так, псевдоотрицательный или псевдоположительный результат. Вот. Второе, а какие еще вирусы ходят помимо короны, вот этого, К-19? Вот. Что происходит, что такое такой всплеск пневмоний везде? Почему больше половины, судя по всему, тех, кто госпитализирован, коронавирус вроде не обнаружен, но с легкими проблемами. Максим, видишь, он тоже долго, ему ставили не те диагнозы, поскольку коронавирус не показывали, а потом все-таки в больнице, скажем так, вот нашли эту пневмонию. Как мне написал позавчера или вчера, что стало чуть-чуть лучше. То есть уже хорошо, что уже чуть-чуть лучше стало. Мы пока не понимаем, на мой взгляд, с чем мы столкнулись. Может быть, это мутирующий вирус. Вот. В совхозе пока, слава богу, заболевших нет, но есть один человек с пневмонией. Вот. Он пока дома, потому что температура невысокая, кашля нет. То есть никаких вот таких показаний, чтобы ехать в больницу, нету. Это общая проблема, общая беда. Другое дело, что нужно как-то разумно к этому подходить. Вот. Сейчас в некоторых вот регионах я же видел скопление людей в очередях для того, чтобы пропустить получить пропуск. Ну, слушайте, ну это же наоборот, это провоцирует развитие болезни. Надо как можно меньше скопления людей, вот как мы это делаем. Значит, мы же сейчас наряды прекратили, то есть специалисты онлайн общаются или по телефону. В конторе никто друг другу близко не подходит. Общаемся так издалека, даже не здороваемся за руку. Какой-то жест такой придумали, вот такой вот. Ну, потому что надо, никто не знает, чем это все может закончить. Но работы прекращать нельзя ни в коем случае. Павел Николаевич, а финансовое положение совхоза ухудшилось? Слышал, что в России есть такое понятие подушка безопасности. Так вот, у совхоза Ленин такая же есть подушка безопасности. Старфонд. Ну да, он был всегда и есть. Вот. Мы его расходуем на необходимые вещи. Потому что пока мы никаких платежей не задерживаем, ну да, наши партнеры, которые нам должны, стали хуже платить. Мы это видим, но значит, с помощью подушки безопасности, я думаю, мы преодолеем этот кризис. Поэтому зарплату надо было выплатить 10-го, мы ее выплатили 8-го. Зарплата повысилась, то есть она не упала. Поэтому все свои обязательства перед налоговыми органами, перед, скажем так, людьми мы выполняем. Что будет дальше, честно, не знаю, потому что мы же не в безвоздушном мире живем. Если нам перестанут платить за продукцию, если возникнут сложности, ну, там, в тех же банках, вот мы, например, выручку получаем, в том числе и наличными, а сдать в банк не можем. Знаешь почему? Филиалы закрыты, банк. А сейчас доехать до центрального офиса куда-нибудь, который работает, невозможно. Туда и не доедешь теперь, пропуск. Банки все в Москве, а мы в Московской области. Пытаясь выйти из этого положения, ну, как обычно, мы выходим всегда с честью. Поэтому проблем никаких с платежами пока нет.